Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Минск! Здесь и сегодня играют Минская «Динамо» и Московский «Спартак». И можно, наверное, сказать, что к Новому году начинается вот этот любимый... Савиков выводит шайбу из своей... со своей территории. Другое дело, что вот все-таки в формате 5 на 5 действительно тяжело «Спартаку» атаковать. Цыплаков! Давайте смотреть. Цыплаков вот здесь подбирает шайбу. На пятак ее как-то даже не набрасывает, а просто толкает. И после этого от конька Керрона, судя по всему, шайба влетает. Похоже, не все были готовы даже из состава хозяев, но все-таки располагаются динамовцы в чужой зоне. Энос на Керрона, Керрон на Эноса, Энос на дальнюю штангу. И шайба в воротах. 1-1. Минская «Динамо» сравнивает счет. Там и помимо него Сатишвили, да, насколько я понимаю, был на пятаке. Вот Энос. Энос на пятак. Да, Волков. Волков не с первой попытки. Но все-таки это именно он попадает последним по шайбе. Восьмой. Ну что, «Спартак» располагается в зоне соперника. Мальцев с пятака добавляет после броска Голдобина. И 2-1. «Спартак» выходит вперед в этом матче. Здесь, кстати, еще и Порядин, по-моему, коснулся шайбы в тот момент, когда так накатывал игровой снаряд на пятак Голдобин. После чего шайба прямо на крюк Мальцеву-то и отправилась. Вот отсюда должно быть хорошо видно. Да, Порядин не то что подправил. Порядин с неудобной руки махнул. Настала уже пора. Много времени провел на площадке Егор. Хорошая передача, бросок, гол! Порядин! Сотая шайба в континентальной хоккейной лиге за 29 секунд. Смотрим повтор. Здесь, в общем, снова вся первая тройка сработала. Мальцев на Голдобина, Голдобин на Порядина. Тот в касание заряжает и попадает. Совершенно не успевал Никита Смирнов к Порядину. Давит, «Динамо» атакует, а «Спартак» в лучшем случае отбивается. Но зато как он это делает! Шейн Принц, вот та самая шайба. Если так вот... Голдобин первый, Порядин второй, Цыплаков третий. Вся та компания, у которых 20+ в этом сезоне, то следующий за ними — это именно что Принц, для которого вот эта шайба стала 13-й в сезоне. Не стал ничего придумывать, не стал делать передачу партнеру и куда-то под ловушку бросил.